Лучший библиотекарь края по итогам прошлого года Ирина Бедарева 11 лет назад даже не подозревала, что свяжет жизнь с книгами. Она пришла в профессию после распада хозяйства, где 20 лет работала аграрием. Узнала, что открыта вакансия в библиотеке родного села Россоши. Пришла и осталась. Все понравилось. Здесь надо быть и артистом, проводить мероприятия. И сейчас столько много подаешь статистических обработанных данных, и в какой-то мере даже бухгалтером уже считать все до того столько много. И программистом, информатиком каким-то, потому что много работаешь с компьютером, и презентации, и все уже, и видеоролики делаем, и все делаем. То есть это вот не только книги выдавать, что вот такая профессия, как у некоторых бытует мнение, да, что вроде там газетки почитал, да книги выдал, и день прошел. Сельскую библиотеку в Россошах построили, когда Ирина училась в 4 классе. Будучи школьницей, она часто брала здесь книги. Сегодня уже к ней приходят дети и взрослые, просят совета, что почитать. Библиотекарь всегда готова помочь. Из 8000 книг в хранилище она изучила больше половины. Среди них и любимые с детства 2 капитана Каверина. Уже не помню, сколько раз я ее перечитывала, и сейчас вот начну там убираться, перетирать, опять попадется в руки. Снова перечитываю. Когда вот читала я, первый раз я прочитала, лет 15, наверное, было. Вот до того было вот романтические отношения Кати и Саши, что вот такие понравились. А уже когда читала позже, вот где-то к 30 годам, уже другое. А сейчас вот нахожу себе там другое. Вот все с каждым с возрастом что-то новое открываешь в этом романе. Чаще всего в библиотеку приходят читатели старшего возраста за классической литературой, подростки – за фэнтези, любовными романами и школьной программой. Заглядывают и малыши – за детскими книгами. Лично мое мнение, я все говорю, ребятишки, книжки надо читать, вы будете грамотно писать, развиваться. Ну, так смотрят и... Потому что, говорю, читаете-то ведь многие по слогам, 3 класс, а по слогам мало кто. Мое мнение, как? Ну, в книгах же вся мудрость. Как не читать-то? Ирина Бедарева стала лучшим библиотекарем края в прошлом году. А для жителей села Россоши она была такой всегда. Если в хранилище нет нужной книги, Ирина готова поехать за ней в библиотеку райцентра, чтобы порадовать читателя. Анастасия Меньшакова, Сергей Балуев. Новости.